А если мужчины притягиваются старше и женатые, это женщина пишет, если мужчины притягиваются старше и женатые, значит, вам это нравится, если вы вступаете в эти отношения. В противном случае этого бы у вас не было. Точка. Ваша психика пытается оптимизировать все процессы. Все процессы. И как ни странно, даже если вам кажется, что вы живете криво и косо, в этом есть очень много смысла, во всяком случае, для вашей психической машины. Вам это подходит. А как только вам что-то не подходит, это из вашей жизни исчезает. Как, например, ежедневные тренировки или обучение в университетах, или еще любая хрень, которую вы там себе придумываете. Хрень беру в кавычки. Поэтому если в вашей жизни мужчина, да еще и женатый, да еще и старше – это вам нравится и подходит.